Две банкноты в Венгрии. 1000 пенго 43 год и 100 пенго 45 год. Состояние very fine, без надрыва. 100 пенго 45 года стоит примерно 20 гривен. 20-25 гривен, около доллара. Цена. 1000 пенго. Тоже надрыва нету. Такая небольшая потертость есть. Хотя нет. Есть сбоку надрыв один. Состояние fine. Дырочек нету. Есть пятно какое-то. Полгода назад нашел, продавалось. Было продано в состоянии Circulate. Такая бона за 500 гривен. 500-550, это примерно 20 долларов. Ну, это, думаю, гривен 200 будет стоить.